Всем привет, ребят! Сегодня у нас прокачка очередного имба-героя, старенького, но думаю, у нас получится неплохой интересный обзор. Герой появился в судьбе, и сейчас мы просто тупо качнем его на дамаг. Только это будет не этот герой, это будет у нас снеговик. Так, делаем ему смену. Порочный пакт. Трешуем, как обычно. Так, чем интересный герой? Наносит, точнее, урон каждых 0,5 секунд вражескому ближнему герою в течение 4 секунд. Как видите, 75% сейчас. Также замедляет его на 10% на 5 секунд кулдауна. Как видите, нету. Давайте сразу же качаем десяточку. На десятке он имеет 300% урона каждых 0,5 секунд ближайшему вражескому герою в течение 4 секунд и замедляет на 55. На 12 у него еще дополнительно появляется скорость атаки, замедление, замедляет скорость атаки. Так, давайте поставим ему ремочку. Так, ремочка есть. Ставим ангела, чтобы побольше его. О, отлично, можно ангела докачать. Меньше дамага ему приходило, потому что жизни у героя очень мало. Честно скажу, у этого героя скачать не стоит, вы его вряд ли будете где-то использовать, но мы просто сейчас трешанем, посмотрим, получится ли у нас из него сделать имбу. Так, такая вот сборочка у нас. Давайте сейчас проверим где-то, не знаю. Он у нас, конечно, без эволюции на арене. Ну, берем имбу бочку. Сейчас мы вам покажем мега снеговика. Вот тут он должен их просто развалить сейчас. Всех причем. Конечно, герои первого уровня. Так, смотрим на урон. Ну все, ребят, это имба с двух тычек. Камень разносит. Так, смотрим тут. Немножко не туда. Так, это у нас ударил. Давайте по нижней пробежимся. Сейчас мы его докачаем и уже потестим. Почему я его качаю? Потому что у меня есть много героев в судьбе, которых надо докачать. В первую очередь этот ритон. Так, ладно. Поехали, делаем ему эволюцию. И делаем аугментацию. Я его, скажу честно, никогда не использовал. Даже на основе никогда его не качал. Ну, прокачал, в смысле, слил сразу. Интересно стало просто посмотреть на героя, что он из себя будет представлять. Тем более здесь у меня есть возможность тестить абсолютно все, что я хочу. Так. Так, сделали моему агментацию. Так, у меня тут доспех на смене, я его просто менять не буду, потому что я еще не определился после вальки, кого ставить. Так, мы его прокачаем. У нас в какой фракции? Так, где мой снеговик? Угу. Светлые, да? Ну что, качаем ему крит по максимуму, чтобы у него урона было. Будем сейчас им развлекаться на подземках. Ну и в PvP-локациях, думаю, побегаем. Так, точность.
дают все не то, что нам надо. Так, крит есть. Крит урон. Крит урон. Ну, уклонение не надо нам. Сделаем из него дамагера сильного, серьезного. Так, не надо. Чтобы просто с плюшки героев раздавал. В принципе, у него там столько урона, что думаю, он будет таки раздавать сейчас. Так, уклонение. Две пятерочки надо. Так, атака. Ну, атака, уклонение нам не надо. Жизнь. Жизни у него там тоже немного. Это один из, скажем так, стареньких героев. Ну, интересно. Да ладно, давайте, давайте так. Не будем заморачиваться, затягивать. Двойка, тройка, двойка. Пятерка, точность. Так, есть. Собрали мы его. По чарам, сразу скажу, на урон можно что-то поставить, потом поставим. Я просто не хочу доспех сейчас сливать. Забыл, не докачал кому-то его. Так. Качаем дальше. Все, книжки у меня уже заканчиваются, надо будет опять докупать. И жаба не вылазит. Так, отлично, первая эволюция есть. Добиваем сразу сейчас на вторую и пойдем уже тестить на максималке его. Для бездоната, возможно, где-то он и поможет там же на тех же самых боссах, в принципе, гильдийских. Должен быть неплох, так как он замедляет. Но опять же, взяли ледяху себе одного. Ледяха, конечно, столько урона не нанесет. Но он больше замедлит и намного лучше. Ну, опять же. Кто как хочет, так и. Ну, вы поняли. Так. Давай, 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 давай быстрей. Я хочу уже просто качнуть следующего героя и сразу же на 12-й. Поэтому я делаю сейчас и снеговичка. Ну и заодно посмотрим, потом вернемся к снеговику на 12. Так, ну что там? Где вы столько этих юнитов берете? Ну, просто ужас. Полчаса делаем. Смотрим базы. Так. Куда все золото делось? Что вы с ним делаете? Интересно будет посмотреть на этого, как его, вылетело из головы, короче. Короче, будет интересно на него посмотреть, но не на этого. Так, где он? На Тритона. Почему на Тритона? Потому что хочу Тритону качать максималочку и посмотреть, сможет ли он нам помочь на подземочках шестых. Так, делаем вот так вот.
Отлично. Все отлично, хватает нам. Оставим карточки, мало ли. Качаем сразу же дальше. Как видите, уже к 390 приближаюсь. К следующему титулу нашему. Уже с одни и те же базы попадаются. Что за подстава? Хоть бери, блин. Давай, стрелок стрельнул. Бум, вот так вот. Сразу же убились, но зато подзаработали. Такс. Качаем его дальше. Вот это будет мега урон сейчас у него. Конечно, кулдауна нет. Если разогнать, по сути, то в принципе должен герой быть очень-очень неплохим. Сейчас это мы проверим. Качнем его уже на максималку. И тогда уже станет ясно, имба или не имба. Конечно, по чарам, ну, чарам, но урон можно собрать, доспех можно поставить, чтобы не так его убивали. Ну, тратить на него топовые таланты, точнее, чары, смысла нет. С кучей героев, которым надо чары всегда покруче, чем этому. Так, давай. Отличная база просто. Просто супер. Дырочки есть, конечно же, есть. Так, отлично. Поехали дальше. Делаем ему апгрейд, докачиваем. Что у нас? 132 тысячи жизни, 8500 атаки, как видите, немного. Десяточка, 8-8. Поехали. Поехали, теперь начнем опять же с арены. Посмотрим, что сейчас скажут они моему снеговику. Тамара бежит. Ара опять заблучил. Ну, пока держимся. Держались, по крайней мере. Хорошо. Сейчас попробуем. Давайте сделаем не так. Попробуем поставим Рудольфа. Он может успеет снять баф. И мы отомстим. А, и у нас сняли энергию, стрелок снял. Ну, не вариант. Против этого не вариант. Да, жесткие противники у меня. Гиги. Вот так вот с плюшки. Просто изи раскатал. Так, ну давайте попробуем. Я хочу кого-то хотя бы... Так, это должен быть, по идее, по центру. Да, есть, отлично. Есть ара, есть череп. Так, смотрим. Ну, в общем, урон-то, конечно, наносит, но, как видите, не для арены. Так, хорошо. Ставим сюда ворожея для отхила и идем на подземках, посмотрим.
Сразу же поставлю пятую ремочку. Может, тут он законает получше. Со своим мегауроном. Ну, как видите, пока проседает, и причем очень жестко. Ну, сейчас ворожей ему будет давать подхил. Нам самое интересное посмотреть, что же у нас получится. Дальше жизни, конечно, у него печально. Да и дамага, я вам скажу, не особо там много, но снежки, смотрите, как 130-150к вылетают. Сейчас посмотрим. Не убей, не убей, не надо. Так, отлично. Так, дальше у нас. Вот он их замедляет уже. Ну, вы посмотрите, урон. Сколько? 4 ляма урона? Да ну нафиг. Это жестко. Хорошо, давайте убираем. Ставим сюда, что поставим. Давайте грубую силу. Возьмем еще с собой. Сюда поставим ангела для подхила. Вот так вот. И магию. Давай. Вот теперь сейчас у него, конечно, дамаг, как видите, с плюшки выносит. Просто шатает все. Пятьсот, 4 миллиона, ребят. 4 ляма. Я офигею. Офигенный урон. Теперь пробуем тактику с разгоном. Так. Вон, а тут тыковка. Не знаю, получится у нас что-то или нет. Но попытка не пытка. Смотрим на урон. Разогнался он. Самое главное, чтобы там уже тыква побежала. Тыковку уже слили, к сожалению. Да, сейчас весь урон пропадет. Там уже и ворожей добежал, пока снеговик там что-то хотел сделать. Так, ну смотрим. Что у нас по урону? 1.5 ляма. Ну, неплохой урон, я вам скажу. 4 ляма выскакивает. Ну, такое себе. Так, ну-ка смотрим, что у меня по судьбе. 42. Ну, давайте ему еще качнем этот. Хотя нет, это будет долго, потом уже докачаем. Итак, видосик уже затянул. Так, давайте тут попробуем. Интересно просто посмотреть, где он сможет нас удивить уроном. Что здесь не сделать ускорялки?
Как это все долго. Так, смотрим. До свидания, сразу нам сказали. В общем, ребята, мега-тест получился. Но не знаю, блин. Давайте еще разок. Так. Магию мы взяли. Мы сейчас стартанем по-другому немножко. Мы его поставим здесь по центру. Так, он тыковка и ворожей. Сейчас пусть тыковка разгон даст. Смотрим на урон. Напишите в комментах, какой урон. Ну, я вижу 7 миллионов. Да он просто их там поунижал. Жестко. Обычный урон такой. Офигеть. Да дофига я вам скажу. Надо будет все-таки его на 12 качать. Так, давайте еще магии доберем. В рейдах особо тут смысла даже тестить. Да его вообще нигде тестить не надо. Это чисто так, ради интереса посмотреть, что же все-таки сможет герой сделать. Какой будет урон. Но, как видите, он бесполезный. И, возможно, только гильдейский где-то. Напишите в комментах, кто где его юзает. Ну, я просто ему применений у себя вообще никаких не вижу. Ну, малыша не кослили. Так, еще разок. Тест. Тест мега имбы. Так, давайте так. Тыковка. И ворожей. Ну, 270. Так, кинул щит. Смотрим. 5 лямов. 5 вижу. Но до хрена он бьет. 19, что ли? Да там такой бешеный урон. Вот это жестко было. Действительно круто смотрится. Давайте еще разок. Самому стало интересно. Это, конечно, не череп. Но это тоже имбище. О, Вальку, видите, слили. Куда ты побежал? Не туда беги. Беги в центр. Вот лунь. Посмотрите на этого. Побежал, блин. Жесть. Ну, я думаю, на подземках можно использовать, но... Это бред, вливать такие ресурсы в него. Так, смотрим еще раз. Смотрим внимательно на его урон. 4, 6 лямов вижу. 4. Так, понизили. 5. Ну, рандом, ребят. Как видите, все очень рандом. Но тут и тыковка выдает неплохой урон. В общем, не знаю. Напишите в комментах, что вы там увидели. Вот такая вот прокачка была чисто ради того, чтобы прокачать Тритона и сделать уже на него офигенный обзор и дальше тащить все. Участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.